Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал «Юрган». В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борщ. В эти дни в Сыктывкаре проходит 5-й республиканский конкурс хореографического искусства «Зимушка-зима». Этот конкурс уже называют самым массовым. Какие еще рекорды и сюрпризы приготовили участники и организаторы, узнаем от гостей нашей студии. Светлана Фирсова, заведующая отделом художественно-эстетического творчества Республиканского центра дополнительного образования. Добрый день. Добрый день. Валентина Устинова, председатель жюри конкурса «Зимушка-зима» и руководитель и балетмейстер ансамбля классического танца «Реверанс» из города Кирова. Добрый день. Добрый день, Екатерина. И Александр Маликов, руководитель народного коллектива ансамбля танца «Елочка», город Ухта. Добрый день. Здравствуйте. Нашим телезрителям напомню телефон прямого эфира 46 90 60. С вашими вопросами к гостям, пожалуйста, обращайтесь. Также не забывайте про ICQ. Номер будете видеть внизу экрана периодически. Так что звоните, пишите, задавайте вопросы. Светлана Яновна, вы как представитель Республиканского центра дополнительного образования, наверное, организационные вопросы все-таки я вам буду задавать. Что за конкурс такой «Зимушка-зима»? Наверное, надо вначале озвучить какие-то официальные моменты. Учредителем данного конкурса является Министерство образования Республики Коми. Непосредственным организатором наш Республиканский центр дополнительного образования. Конкурс у нас в этом году он особенный. Во-первых, он у нас юбилейный, он пятый. Вот. Потом, если переходить сразу на какие-то моменты, которые впечатляют, то у нас очень интересная статистика этого конкурса. Значит, по итогам первого заочного тура на второй очный тур, который сейчас проходит в стенах гимназии искусств, приглашены, скажем так, 1126 участников. Самый массовый, да, получается? Да, конечно. Больше всего это 33 коллектива из 10 муниципалитетов Республики Коми. Это Сыктывкар, Печора, это Усинск, Ухта, это районы Ударский, Сыктывдинский, Усть-Кулумский, Усть-Вымский и Прилузья. Запамятовала, да, Прилузья. Вот, то есть как бы и география впечатляет, и, скажем так, вот масштабы количественные такие. Конкурс проводится раз в два года, то есть этому конкурсу уже 10 лет в этом году, ну, может так сказать, да? Да. При этом количество вот увеличивается состав участников. Да, конечно. Увеличивается. Это объясняется тем, что мы как организаторы, конечно же, работаем над содержанием, улучшением содержания этого конкурса. Вот, например, в этом году введены две новые номинации. Угу. Это стилизация и современный танец. Чтобы больше коллективов конечно, могло поучаствовать. Была возможность принять участие, да. Да, совершенно верно. Еще одно важное новшество в этом году. Впервые приглашены в качестве жюри. Конечно, да. Не жители республики. Конечно, хочется остановиться и на этом моменте, потому что состав жюри 5-го республиканского конкурса состоит из числа именитых хореографов, скажем так, не скажем так, это так и есть, Республики Коми и Российской Федерации. Это Москва, это Киров, это Сыктывкар и Ухта. Участникам, вот, наверное, вдвойне страшно, что это конечно, будет. Да. Вот. Это интересно еще и тем, что на протяжении всех конкурсных дней педагоги, руководители творческих коллективов, они имеют возможность непосредственно общаться с членами жюри, а в итоговый день получить от таких именитых хореографов мастер-классы. У нас пройдут два мастер-класса. Это классический танец и свободная пластика. Валентина Викторовна, для вас помогли, спасибо. Привычно выступать в роли члена жюри, тем более председателя? Знаете, Екатерина, я не первый раз уже работаю в составе жюри. И председателем жюри была вот в своем городе, регионе. Первый раз меня пригласили в Коми. Вы знаете, я с большим интересом вчера понаблюдала за соревнованием, так сказать, детей. Вот. Меня это очень впечатлило. Что мне лично очень нравится, то, что
Я не знаю, какой коллектив. Это особенность. Особенность, да, этого конкурса, что я не знаю. Судейство, да? Да, какой коллектив. Откуда, с какого города, кто руководитель. То есть у меня номер, допустим, «Зимушка-зима», ну, условно говоря, да, русский танец. Я просто его оцениваю. Я считаю, что это более объективный, чем, вот, допустим, я бы знала, кто руководитель и какой коллектив. Вот. Не секрет, что могу сказать, что здесь в Коми работают и мои ученики. Вот, поэтому, конечно, как раз таки вот такая анонимность такая избавляет вас от того, чтобы судить своих учеников, да? Да, но с другой стороны, это же конкурс, ну, я считаю, что они могут учитывать, это мое субъективное мнение, да, они могут учитывать мои замечания, мои ошибки, могут не учитывать, вот, но прислушиваться все равно надо, чтобы расти дальше. Александр, конечно же, то, что происходит нововведение в конкурсе, это и открытие новых номинаций, и вот как такое введение, как в этом году, то, что коллективы да, коллективы объявляются по номерам, а не по названию коллектива. То все есть это произносится номер коллектива. Номер участника, номер участника и название танца. Например, и название танца. И не звучит название коллектива, например, не педагог. Да. Например, номер 2. «Зимушка-зима». Все. И интрига сохраняется до последнего дня, вот до церемонии награждения. Ни один из коллективов не знает результата, скажем так. И причем не только для них, и для жюри тоже. Интрига. Я не знаю, кто, чей коллектив что танцевал какой. Да, это очень важно, просто потому что тут как-то смывается какая-то субъективная позиция, потому что, по большому счету, конкурс уже идет на протяжении ряда лет, с 2006 года. Коллективы мы практически друг друга все знаем. И да, конечно, и это как-то позволяет избавиться вот от субъективной какой-то оценки, да, и дать... Коллектив прошлый или позапрошлый раз показал себя настолько хорошо, что 100% он сейчас выиграет, а тут он не должен хуже себя показать, как бы. Ну и, конечно же, все эти нововведения, вот, о которых мы сейчас говорили, они дают рост конкурсу. С каждым годом, каждый год, когда постоянно принимаешь участие в данном конкурсе... А вы постоянно принимаете участие? Так случилось, что да, 3 года я принимаю участие со своим коллективом, с которым приехал на этот раз, это ансамбль «Елочка», а до этого принимали участие с другими коллективами. Все это, конечно же, очень и очень поднимает уровень данного конкурса. И очень приятно, что у нас в республике есть такие мероприятия, на которых год от года поднимается уровень. Давайте посмотрим фрагмент выступления как раз-таки ваших воспитанников. Конечно, можно. Валентина Викторовна, вы глаза закройте, вы не знаете, что это елочка, чтобы вы не судили. Так что давайте посмотрим. Называется номер? Данный номер называется «Ульская круговая». Вот он поставлен по материалу Насихина Александра. Александра Насихина. Да, Александра Насихина, которая балетмейстера Санкт-Петербурга. Вот. Дети еще успевают поговорить, я так понимаю. Участвует старший состав, который мы признали. На сегодняшний день это у нас самый старший. Вообще коллектив молодой, коллектив всего 6-й год. Вот, вырос до большого уровня. Количество участников у нас около 300 человек. При этом вы в одной номинации. Я так понимаю, что это народный танец. Это народный танец, да. И вот мы уже на протяжении 3 лет приезжаем. Начали, конечно, 1-й год мы приезжали мало составом. И сейчас уже на протяжении 2 лет приезжаем составом более 80 человек. О, это тоже, наверное, рекорд. Конечно, да.
принимаем участие в разных номинациях. Это и народный танец, и народная стилизация. В этом году и в прошлом году также в номинации «Детский танец до 6 лет». Напомню нашим телезрителям, телефон прямого эфира 46-90-60. С вашими вопросами, пожалуйста, обращайтесь. Поступил на ICQ вопрос, с удовольствием его озвучу. Каков средний возраст участников конкурса? И растет ли профессионализм участников по сравнению с предыдущими годами? Наш телезритель интересуется. Я так понимаю, номинации разделены тремя группами, да, возрастными, поэтому... Четырьмя, да? По, если говорить о возрастной категории, то это дети до 6 лет, получается дети 7-10 лет, 11-14, 15-18 и... 15-18 и получается до 21 года. То есть получается 5 все-таки? Возрастной пять. Группы, если до 6 лет. Да. При этом до 6 лет, ну, сколько лет, насколько интересно они показывают. Малыши же совсем. Нет, они очень вчера хорошо показались. Было так уже интересно было смотреть. Да, вчера маленькие. И от них очень хорошее впечатление. Это, конечно, заслуга не только детей, и, конечно, педагогов. Угу. Педагоги очень интересные номера ставили, и они с удовольствием танцевали. Хотелось бы отметить, вот в прошлом году мы как раз-таки принимали участие в данной номинации «Дети до 6 лет». И очень хочу отметить, что очень вырос уровень исполнения в данной номинации. Угу. Вот. Только я в этой номинации или вообще в целом? В остальных, конечно же, тоже. Я думаю, что все это благодаря именно тому критерию, что проходит заочный этап конкурса. То есть отсылается, предоставляются видеоматериалы, и дальше уже... Если как бы это интересно, то на заочном этапе, на первом туре... Приехали сейчас не все желающие, кто хотел... Конечно, членами жюри было отсмотрено 206 видеоматериалов конкурсных номеров. И вот по итогам первого заочного тура допущено к участию во втором очном были примерно 2/3 от всего количества. Угу. Вот, то есть это тоже немало. Это говорит о том, что уровень очного конкурса, он, естественно, становится выше. Угу. Вот. Очень интересный такой момент, то, что номинация, предположим, народный танец, да, одна из многочисленных. Это очень радует, потому что коллективов много, коллективы, выступающие в этой номинации, они именитые, и уровень их выступления, он от раза к разу лучше и лучше. Тоже хотелось бы отметить, интересно, не пропадает к народному танцу. У нас опять-таки ансамбль с большим уклоном народного танца, и с каждым годом становится в данной номинации народный танец все больше и больше коллективов. Это опять-таки говорит о развитии занимается конкурс, о развитии детей, о развитии воспитания вкуса. То, что раньше меньше было народников, можно же так, наверное, называть. Может, с чем это связано? С тем, что дети не хотели, а сейчас уже хотят, то есть интерес. Или, может быть, не было тогда преподавателей, которые могли бы держать? Я бы не сказал, преподаватели есть всегда. Всегда есть. Дело в том, что возникает интерес и возникает уровень развития коллективов, когда создаются конкурсы. Естественно, коллектив, принимающий участие на конкурсе, он видит, он получает любой педагог то, благодаря чему он работает и постигает что-то новое. Он видит, на каком уровне работают другие коллективы, он знает, к чему стремиться. Он уже знает, что нужно сделать получше, какие можно изменить постановки. То есть каждый раз любой педагог от конкурса берет все самое необходимое, и таким образом начинает коллектив развиваться. Коллектив начинает становиться лучше, у него появляются новые интересные постановки. Вот. И я думаю, что это с тем же и связано, что благодаря конкурсу у нас эти коллективы, которые были, они заинтересовались, они начали ездить, предоставлять материал на конкурс и развиваться. Конечно же. Вот, к слову, тоже будет сказать, наш республиканский конкурс – это, скажем так, этап для участия коллективов, победителей и призеров к участию их в российских федеральных конкурсах. Понимаете, то есть как бы не все просто, такая некая старт, конечно, у них появляется возможность принять участие на уровне российском. Вот, и как бы из опыта, из практики очень достойно представляют наши хореографические коллективы из республики, нашу республику, на Россию. А
Я еще хочу добавить по народному танцу. Вы знаете, мне очень понравилось, что коллективы представляют и танцы коми. Угу. У них в репертуаре есть танцы коми. Это очень хорошо и для детей, чтобы они знали культуру и народность. А вам не сложно оценивать? Нет. Или вы знакомы с особенностями нашего? Мне не сложно это оценивать. И самое интересное, что вчера я была приятно удивлена, что в классической номинации тоже показали танец коми на пальчиках. Это было очень интересно. Танец с чипсами? Да. Это как? Да? Танец с чипсами? Ну, они не в туфельках танцевали, а на пальчиках. И было... Сложно же, наверное. Сложно. Это ну, интересно. Сложная. Интересно. Знаете, я с удовольствием посмотрела. Каким образом организован конкурс? Ну, конкурсные дни. В течение 3 дней проходит конкурс. То есть вчера был первый день, сегодня там активно идет работа. На немножко гости прибежали к нам. Завтра будет самый главный день. Вот как? С утра до вечера показы? Конечно. Значит, ну, примерно, скажем, да, такой вот график работы конкурса. Это сначала у нас с утра практически с 8 часов вся наша организаторская бригада, она уже в стенах гимназии искусств. Каждый приступает к своему фронту работы. Вот. И в первую очередь у нас это, конечно, идет регистрация участников, которые приезжают на протяжении практически вот второго уже дня конкурсного. Да, то есть есть то сегодня должны может, подъехать еще 5 коллективов. Да. Вот. Далее идет репетиционный момент. Репетиционный момент выстроен по номинациям. И отслеживание конкурсных, просмотр конкурсных номеров идет тоже по номинациям. Номинации начинают стартовать с самой маленькой возрастной категории. Вчера, например, мы сначала отсмотрели номинацию «Народный танец», потом у нас был детский танец, потом у нас стилизация и эстрадный танец. Извините, организационные такие моменты, то, что все абсолютно вопросы решаются заранее. Мы связываемся с организаторами, мы договариваемся по поводу проживания, питания. Мы приезжаем, у нас то есть практически не было моментов вопросов, каких-то, вот, чтобы испортило здесь пребывание? Практически нет. Вот нам пора прерваться на рекламную паузу. Обязательно продолжим разговор. Пока нашим телезрителям я напомню, телефон прямого эфира 46-90-60. Также не забывайте, что у нас есть ICQ, пишите и туда, и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случай из практики». Сегодня мы вам рассказываем о республиканском конкурсе хореографического искусства «Зимушка-зима». И напомню, что в гостях у нас сегодня Светлана Фирсова, заведующая отделом художественно-эстетического творчества Республиканского центра дополнительного образования, Валентина Устинова, председатель жюри конкурса «Зимушка-зима», руководитель и балетмейстер ансамбля классического танца «Реверанс» из города Кирова, и Александр Маликов, руководитель народного коллектива ансамбль танца «Елочка» из города Ухты. Валентина Викторовна, я вас перебила, простите меня, пожалуйста. Ну, я хочу продолжить тот разговор. Большое спасибо Центру дополнительного образования за их организацию. Все очень четко, спокойно, никакой сутолоки, без нервов. Они предоставили шикарную сцену, я считаю, с коллективом. Очень хорошая сцена, прекрасный, уютный зал. Дети... Гимназия искусств у нас очень хорошая. Меня впечатлило очень это, и сцена, и зал. При этом проживание какое-то централизовано, все вместе? То есть есть возможность пообщаться после конкурса? Да. У детей и у педагогов, конечно, есть. Я представляю, как интересно смотреть на других участников, как они выступили, посмотреть, какой высокий или невысокий, переживать. А потом вечером еще спрашивать, у вас как, да? Да, конечно, встреча происходит, тем более 7 числа у нас с 10 утра начинается репетиция гала-концерта. И, конечно, дети все уже, кто принимал участие в конкурсе, независимо от дней, первый конкурсный или второй конкурсный день, все уже встречаются там, и целый день они вместе. Конечно, там есть у них возможность все обсудить, пообщаться, все рассказать друг другу, что самое человек... интересное, да, вот интересно наблюдать. На экране у нас сейчас выступление прошлого конкурса, позапрошлый год. Да, вот интересно наблюдать за детьми именно в зрительном зале. Они настолько, может быть, сами на каком-то подсознательном уровне, но они сами симпатизируют другим коллективам, они поддерживают их. И вот, предположим, на протяжении вчерашнего репетиционного момента и конкурсного просмотра зал
был полон. Мало того, что посадочные места все были заняты, дети стояли, смотрели, причем, как бы, скажем так, у них, видимо, уже какая-то определенная реакция на мелодию. И они уже как-то вот угадывают, ой, сейчас пошел этот коллектив, сейчас пошел. То есть детей нумерация не смущает. И конечно же, детям, которые работают на сцене, им от этого приятнее, потому что при пустом зале работать гораздо труднее. Когда в зале зритель, который реагирует на твою работу, на твое выступление, это приносит детям только радость. Я правильно понимаю, что завтра в галоконцерте будут не все коллективы не выступать? Нет, так ведь, если в течение двух дней отсматривали, ну, вряд ли можно. Это невозможно. Наш концерт бы, конечно, он бы шел бы до утра следующего дня. Так что. Но я еще хочу сказать, что там не только дети, там включены родители еще в эту. Родители переживают, особенно с маленьких, снимают их, показывают. То есть там и большая поддержка родителей есть. Тоже им большое спасибо за это. Как все-таки отбираются участники гала-концерта? Самые лучшие, самые интересные, те, кто выиграет. Конечно. Ну, скажем так, вот, конечно же, надо показать призеров, победителей. Вот. Это не просто потому, что они стали призерами и победителями, а это, по большому счету, нужно для тех коллективов, которые, скажем, стали, ну, просто участниками для того, чтобы был какой-то стимул, к чему стремиться. Вот. Следующий момент – это реакция, скажем, вот тех же маленьких зрителей и родителей на выступление коллективов в период просмотра. То есть, понимаете, у членов жюри своя оценка, а у зрителей может быть своя оценка, конечно. Да. Вот этот тоже момент учитывается. Поэтому, а потом наш гениальный режиссер. Так что... Ну, гала-концерт завтра будет в 16:00 начало, так? Совершенно. Я так понимаю, что вход свободный? Вход свободный, да. То есть все желающие, а как, а если... Ну, вот... приоритет, конечно, детям. Ну, потому что зал гимназии искусств, он очень уютный, с отличной акустикой, но он, к сожалению, не настолько велик, как бы, может быть, хотелось бы. Да. То есть как, везде, в проходах? Есть немножко такая проблема по поводу, вот, и на организационном собрании нам говорили, что, к сожалению, не получилось задействовать театр оперы и балета, потому что там концертный зал гораздо больше. Хотелось бы, чтобы данный конкурс имел большую площадку в связи с увеличением роста участников. Потому что если срочно на гала-концерт... строим танцевальный стадион. Если на гала-концерт проходит вот из 1126 человек примерно 400 участников в гала-концерт, остается ориентировочно 800, а это уже зал, грубо говоря, на 400 мест. То есть 400 человек уже деть некуда. Это кроме участников, это только участники. А еще ведь есть зрители. И родители. И родители, и зрители, которые все это хотят посмотреть. Поэтому, конечно же, огромное-огромное пожелание организаторам. Мы, конечно, учтем большого зала. Пожелание, да. Ну, я опять же возвращаюсь, да, вот как буквоед к статистике. Это о чем говорит? О том, что хореографическое искусство детское в нашей республике, оно на уровне, оно, то есть как бы... Востребовано, воспринимаемо. И как раз-таки очень большое вовремя будет вопрос от телезрителя. На ваш взгляд, много ли в нашей республике талантов? Ну, это, наверное... Я считаю, что, конечно, много. Талантам надо помогать, талантов надо развивать. Вот они развиваются на таких вот конкурсах, растут. Если ребенок очень способный, то его можно дальше отправить учиться или... Ну, в хореографическую школу куда-то, не только в Сыктывкаре, но у нас же есть школы и в других местах, в Перми, в Ленинграде, в Москве. И вот как раз вот, когда мама отводит мальчика или девочку, уже можно видеть, как он относится к этому, надо ли ему танцевать, то есть как бы. Да и если даже он и не будет профессиональным танцовщиком, а просто будет... Учиться и танцевать – это тоже очень хорошо, потому что танец развивает. Но ведь если танцы не станут профессиональными, это же и воспитание, соответственно, здоровье. Это координация, это музыкальность, приобщение к культуре. Можно мне еще дополнить? Вы знаете, может быть, как-то вот сейчас немножко неправильно скажу, но тем не менее попытаюсь сформулировать свою мысль. Сейчас дети дружат, по большому счету, в тех творческих коллективах, где они занимаются. Вот, они приходят, предположим,
вот к Александру, да, к другому любому педагогу. Для чего? Для того, чтобы оказаться в ситуации комфорта, для того, чтобы оказаться в ситуации успеха. То есть в школе, да, может быть по-всякому, но сюда я приду обязательно. И вот у меня есть, скажем так, вот, немало таких моментов, когда вот, ну, не танцующий ребенок, и педагог никогда его не поставит на конкурс, даже там в 33-й ряд постановки хореографической, да, либо не поющий ребенок, но ребенок все равно ходит, ребенок все равно приходит в этот коллектив. О чем это говорит? То есть, получается, из ваших коллективов никто это никогда вот, не уходил? Вот, это вот они такие золотые, скажем так. Вот, я просто вот работаю с ними 25 часов в сутки, я все про них знаю. Вот, это вот такие педагоги, которые мастера. Потому что и момент, я хотела сказать о том, что помимо какой-то физической, да, ипостаси, тут еще вот психология, момент такого общения, момент такого чувства удовлетворения собой в плане как бы развития вот этих всех вот качеств. Понимаете, знания – это по большому счету совокупность, сознание – это совокупность знаний, да? Вот. Но при этом ведь человек должен еще уметь общаться, уметь жить среди своих каких-то, конечно, сородичей, уметь сопереживать. И вот какие-то вот последние вот эти моменты, критерии, именно дети получают в системе дополнительного образования непосредственно в тех коллективах творческих, педагогу, в которых дополнительное они образование занимаются. Сложнее, чем обычному педагогу, потому что дополнительное, ну, то и дополнительное образование, потому что это выбор ребенка, и нужно его еще усильнее заинтересовать. Кроме учебе. Всего этого, хореография – это огромный физический труд. Огромный. Да. И дисциплина. И, да. Дисциплина. И, конечно же, дисциплина. И, конечно, бывает… Но все-таки отсев любом, есть, получается. Конечно. В любом коллективе есть какой-то определенный отсев, когда маленький ребенок приходит и думает, что он будет просто… Что как это легко. У нас, что это все легко. Многие легко родители просто так думают, что вот я отдам ребенка танцевально, пусть он там прыгает, скачет. А на самом-то деле это огромный физический труд. И когда ребенок уже понимает, что здесь нужно трудиться, как мы, у нас у хореографов принято говорить, работать, нужно действительно работать. И добиваться, и добиваться. Работать и добиваться. И лучших, лучших результатов. Он не один там, Вася Иванов, а вот в этом коллективе их 13 Ивановых. И всем тяжело. Вась, да, то есть это коллектив, то есть он уже не один. То есть не придя на репетицию, уже, извините, другого. Конечно, остальных. Поэтому отсев, конечно же, есть. Еще один вопрос от телезрителя. Сложно ли в наше время оторвать детишек от компьютеров, социальных сетей и телевизоров и заинтересовать танцевальным искусством? Собственно говоря, вот этим мы и занимаемся. Да. Вот тут. Ну, вот сложно или не сложно? Тут стартовать, наверное, потому что детям, которые танцуют, должны родители. Некогда, наверное. Да, может быть. Может быть, стартовать в этом плане должны родители. То есть на хореографию детей приводят из 4 лет. Вот. Ну, это огромный труд родителей, на самом деле, потому что нужно приводить, ведь когда хореографией занимается ребенок, это не раз в неделю тренировки, так ведь? Нет. Занятия обязательно. Да, особенно перед поездками, это и каждый день, и суббота, и допоздна, и со школы освобождения, и родители постоянно с детьми, это огромный труд также родителей, конечно же. На ваш взгляд, самая сложная номинация вот, в конкурсе этого года? Классический танец. Почему? Классический танец очень сложный, и, к сожалению, вот, вот сейчас вот было только два коллектива, да, два коллектива по классическому танцу, по-моему, было. Ну, классика вообще очень сложная, для этого нужны данные определенные. Это нужно умение постоянно и растягиваться, и на пальцах стоять, и пальчики стираются в кровь, и надо перетерпеть это. Это, ну, это действительно очень сложно, не все выдерживают. И, балет, к сожалению, смотрится таким изящным, да, на самом деле. Да, это все. Это кровавое искусство. И, к сожалению, да, вот как-то и на наших конкурсах тоже бывает только вот один коллектив, ну, максимум два. Да, к сожалению. Будем надеяться, что и классический танец, так же, как и в народной номинации, да, с каждым годом, благодаря данному конкурсу, будет расширяться, и количество коллективов классического танца будет увеличиваться. Да, да. Тоже очень бы этого хотелось. Вот одна из новых номинаций, про которую вы говорили, это стилизация. Расскажите, что это? Стилизация – это, скажем так, смесь стилей, обработка. Стилизация может быть народного танца, классического танца. Да.
скажем так, есть узкопрофильное направление, народный танец. Стилизация – это смесь стилей, когда смешивается и народный, ну, скажем так, чтобы всем было понятно, эстрадный. Смешали народный с эстрадным, подобрали музыку, получилась стилизация народного танца. То есть это сложнее, чем истинно народный? Или легче? Ну, или это, позволяет просто шире? Это зависит, скажем так, от работы коллектива, в каком направлении коллектив работает. Если коллектив работает, у него ведутся занятия по предметам, а также и классический танец, и народный танец, и где-то занимается коллектив эстрады, то ему проще выставиться в номинации стилизации. Если коллектив занимается узкопрофильно, то есть это только классика, или только народный, или это только эстрада, то, конечно, это сложнее. Потому что в каждом направлении существует своя школа. Но попробовать можно. Да. Каждый может попробовать. И народный может попробовать в стилизации, и классика в стилизации может, и современная хореография. Я правильно понимаю, что сейчас в этот момент все еще идут репетиции? Когда начнется отсмотр сегодняшнего дня? Два часа. Завтра гала-концерт. 16:00. Самые интересные впечатления. Вот мы немножечко обсуждали, что хорошие детки, что все это было по номинациям. Вот, может, самое яркое. Что больше понравилось? Там выступление, я хочу сказать, что мне костюмы очень понравились. Вы знаете, коллектив очень хорошо оделись на свои номера. Это очень порадовало. Очень понравились маленькие детки, очень. Потому что я много видела, обычно так как-то не впечатляла. А тут мне очень дети маленькие понравились. Народные коллективы, я не знаю, какие коллективы тоже были. Номер 3, 4, 6. Я уже не помню, да, это очень сложно. Но очень хорошие коллективы тоже есть, народные, что очень радует. Вот. Ну, а сегодняшний просмотр дальше покажет, что там еще. Какие нас сюрпризы. Конечно, я думаю, что будет сложно судить. Тяжелый. Мы вот не принимаем участие в сегодняшних номинациях. Сегодня одна из тоже сложных номинаций для судейства – это современная хореография. Когда тоже происходит смесь стилей, это может быть выставлен хип-хоп, может быть выставлен джаз, модерн танец, а судить это все нужно в одной номинации. Ну, будем надеяться. Конкурс пятый в этом году, надеюсь же, и не последний. Какие-то планы на будущее? Что вот ну, в следующем конечно, году? Ну, конечно, конечно. Мы участников. Будем работать над расширением географии, скажем так, хочется, чтобы как можно больше количество участников принимало участие в нашем конкурсе. Вот. Также планируется, возможно, будет расширяться содержание программы, содержание конкурсной программы. То есть возможно, конечно, возможно, будет номинация мажореток, либо будет, скажем так, выставлен в один открытый отдельный конкурс. Но это пока в перспективе, работа да, идет в этом плане, поэтому чем порадовать вас через 2 года, мы найдем. Конечно. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня мы рассказывали о 5-м республиканском конкурсе хореографического искусства «Зимушка-зима». И напомню, что в гостях у нас сегодня были Светлана Фирсова, заведующая отделом художественно-эстетического творчества Республиканского центра дополнительного образования. Спасибо большое. Валентина Устинова, председатель жюри конкурса «Зимушка-зима», руководитель и балетмейстер ансамбля классического танца «Реверанс» город Киров. Спасибо вам. И Александр Маликов, руководитель народного коллектива «Елочка», город Ухта. Спасибо вам большое. И вам большое. О следующей программе «Случай из практики» мы говорим о фотовыставке «Новые лица культуры». Кто ее организовал, где она будет проводиться, кто запечатлен на снимках, узнаем завтра. До встречи.